Почти в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом увеличил Татарстан финансовые резервы на случай крупномасштабных чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает агентство «Новости» со ссылкой на МЧС. Объем денежных средств составил более 5,5 миллиардов рублей, и это самый большой резерв после Москвы. В основном деньги предназначены для проведения противопаводковых и противопожарных мероприятий, ликвидацию последствий ЧС и оказания материальной помощи. Во всех медучреждениях России до конца года появятся электронные медицинские карты. Об этом заявила зампредседателя Федерального фонда ОМС Светлана Кравчук. Истории болезни россиян перенесут на 3 сверхмощных сервера. Создана специальная система сбережения персональных данных, предохраняющая от утечек. При необходимости нужная информация будет распечатываться, и к ней будут иметь доступ все медучреждения. Завтра, 25 сентября, в набережных Челнах ограничат движение транспорта. Оно будет действовать во время проведения футбольного матча между командами «КамАЗ» и «Спартак». Ограничат передвижение на Московском проспекте, на участке от улицы Беляева до проспекта Хасана Туфана.